Ребята, всем самое-самое доброе утро или доброго времени суток, кто когда будет смотреть это видео. Мы сегодня решили с мужем поехать отдохнуть и немножко по пути сменили свой маршрут. Так как у нас в городе очень много переселенцев, не все знают, где отдохнуть. Афины. Эта зона отдыха расположена также на Голубом озере города Каменское. Заблудиться очень сложно. Если вы едете машиной по проселочной дороге, по-любому вы всегда повернете к озеру. Главное смотреть под ноги, чтобы не забуриться в песке. Мы тоже слегка подзабыли зону, но ничего, первый поворот налево, и мы как раз попали к Афинам. Сам въезд в зону Афины я не показываю. Как обычно, шлагбаум, охрана, касса, оплатили, вошли и отдыхаем. Я вошла в комплекс Афины. Горки стоят водные, машины, люди отдыхают там далеко возле домиков. Подходить близко снимать не буду. Половина 10 утра. Тишь, гладь, Божья благодать. Озеро очень спокойное, переливается, блестит. Пляжик широкий, хороший. Там переодевалочка. Все функционирует. Кто соскучился за Афинами, ребята, красота. Приезжайте отдыхать. Еще осень будет теплая, сентябрь теплый. Здесь вообще балдежное место. Сосна. Это я вам показываю как раз ту сторону, где мы отдыхаем. Вот прямо за Афинами. Вот видите, там впереди лесок, и мы обычно в сосне останавливаемся. А вон там зонтик стоит, это возле нашего места. Посмотрите, какой огромный широкий пляж. Люди балдеют. Да, спросила цену. 30 гривен оставляете в залог и входите, отдыхаете в зоне отдыха бесплатно. И 130 гривен въезжаете машиной первые полчаса бесплатно, а потом платно. Хоть целый день. Красота, да? Ой, вообще шикарно-шикарно. Ну, как не побалдеть последние деньки лета. Мы оставили все и приехали покупаться. С утра раненько встали, сегодня с 6 часов утра трудились. А теперь вот часа 2-3 побудем на пляже, отдохнем. Многие местные так делают. Мы, конечно, не исключение. Не хочется пропускать. Последнее. Я подхожу быстренько к воде, показать, какая водичка. Так, сейчас захожу в воду. Ой, водичка такая прозрачная-прозрачная. А здесь мелко возле Афин. Мы, кстати, как-то никогда сюда и не подъезжали. Ну, были, но в воду я здесь не входила никогда. Очень мелкий пляж. Ну, август, конечно, есть август. Конец августа, последние теплые деньки. Водоросли есть немного. Ребята, водичка теплая. Так, по ощущениям, градусов 25, не меньше. Все блестит, переливается. Рыбки мотаются. Люди балдеют. А дальше там еще пляжи со стороны районов жилых. Люди пешком ходят и отдыхают там обычно. Ну, скажите, классное озеро у нас, да? Сейчас очень много переселенцев, поэтому люди рано утром приходят и вечером. Здесь после часу дня людей будет не протолкнуться. Красота. Гляньте, как хорошо. Здорово, правда? Люди подъезжают, подъезжают. Ну, то, о чем я говорю. Чем больше солнце поднимается выше, тем больше людей становится на пляже. Вверху кафешка, там тоже уже люди суетятся, наверное, завтракать пришли. Многие здесь арендуют домики. В общем, балдеж продолжается летний. С воды выходить не хочется, муж ждет. Мы отъехали от дома. Представьте, забыл и сумку, и документы, и деньги, все забыл. Мы вошли бесплатно. Ну, я сказала, как есть. Говорю, все забыли, домой уже не хочется возвращаться. Там девушка и парень, охранник, махнули рукой, вы ж местные, идите отдыхайте. И мы вот балдеем.
Так как озеро у нас пресное, то время от времени, конечно, берега могут подзарастать камышом. Нахучевая администрация нашла применение камышу. Вы видите, чуть выше точки пляжа расположены такие своеобразные бунгало без крыши, где можно приватно уединиться, провести хорошо время с детьми или просто посидеть в дружеской веселой компании, поесть шашлычок. Шашлык можно здесь заказать, кстати, в кафе. Неплохо здесь готовят, кухня довольно-таки неплохая. Ну, то есть все радости жизни. Ой, как солнышко светит, вообще просто превосходно. Температура воды 25, как я сказала, воздух 32. По мере того, как я ходила вот по берегу, по территории, люди постоянно подъезжали, машин все больше становилось. Я подошла к коттеджной зоне, там вообще, конечно, рай. Там и сосна, и лиственные деревья, очень ухоженная территория. Номера там от двухместных и, по-моему, чуть больше. Я спросила, администратор сказал, что сейчас свободных мест пока нет, их нужно бронировать за неделю. Две до того момента, как вы хотите отдохнуть. Ну, у нас необходимости нет, мы здесь рядом живем, можно сказать, на берегу. А так, наверное, если порыться в интернете, там есть Каменское и номера телефонов Афин. Это кого интересует? Я не рекламирую, тут просто так вот показываю, что нам. Мы местные жители, когда захотели, приехали, когда захотели, уехали. Или даже вот 2 километра пешком можно ходить там, купаться и загорать. В зоне водных аттракционов сейчас работает одна большая горка для детей. Я думаю, больше, наверное, не нужно, потому что школьники уже сентябрь на носу, уходят в школу, детей будет поменьше на берегу. Солнце уже очень высоко, светит также горячо. Мы хотим позагорать и покупаться. Немножко сменили маршрут. Кто любит, помнит Афины, увидели, что здесь все-таки классно, здорово, пляж большой, чистый, вода теплая, бархатный сезон впереди. То есть в Каменском есть место, где можно прекрасно отдохнуть с семьей, с друзьями. И вообще еще целый месяц нам гидрометцентр говорит, что будет хорошая, отличная погода. Поэтому приезжайте, отдыхайте. Озеро вас ждет. Пока-пока.